Итак, сегодня я вам хочу рассказать о том, что есть очень отличное программное обеспечение, которое поможет вам снять различные проблемы с iOS на iPhone, iPad, iPod Touch, TVOS. Досмотрите это видео до конца, и вам оно будет полезно. Добро пожаловать на канал Pro Expert, с вами Владимир. Смотрите, друзья, если вы столкнулись с такой проблемой, как вечная перезагрузка, черный экран, завис телефон на логотипе Apple, на шнурке iTunes или еще какие-то проблемы, то есть различные ошибки 5000, 5014 и другие ошибки iTunes, это программное обеспечение поможет вам снять эти ошибки, и вы сможете полноценно использовать свое устройство. Давайте же познакомимся с этой компанией, которая предоставляет нам такие возможности. Ребята, давайте ознакомимся с данным продуктом. Вот, что нам говорится. TenorShare iBot — инструмент номер один в мире для восстановления режима iPhone, бесплатное программное обеспечение для восстановления iOS. Всего за один клик мыши для входа в режим восстановления. Вот. Исправление более 157 системных проблем iOS, iPad, iOS, TVOS, таких как застрявший логотип Apple, экран включается, зацикленный режим восстановления и так далее. То есть это все исправляет. Сбросить iPhone, iPad, iPod Touch для заводских настроек без iTunes Finder. Исправление ошибок iPhone iTunes, какие как 4013, 4005, простым щелчком. Поддержка всех версий iOS, включая новейших моделей iOS 15 и всеми iPhone 13. Все. То есть вы это дело здесь ознакомливаете. Все. Здесь есть комментарии, полезные для вас какие-то советы, инструкции. В принципе, все будет вам понятно и доступно. Можете ознакомиться подробно, с какими ошибками, с какими устройствами, какими версиями iOS поддерживается для всех устройств. Так, ребята, давайте знакомиться с нашей программкой. Это наш iBoot. Вот я ее запустил. Первоначальный экран у нас встречает то, что можно начать систему, то есть войти в режим восстановления, либо же выйти с режима восстановления. Все просто, понятно. Здесь у нас активация учетной записи, до какого числа у нас активировано. Здесь смотрим все устройства, установлен, сертифицирован, то есть те все услуги, которые нам необходимы для работы с устройством. Здесь у нас будет фиксирована техподдержка, быстрые ответы, быстрые вопросы. И здесь, в принципе, настройка уже самой программы, то есть языки, поддержка и все те данные, которыми нам нужно ознакомиться. Давайте же мы начнем, приступим к первому. И стандартная очистка – это исправление более 150 системных проблем iOS. То, о чем я ранее говорил. Завис на яблоке, вечная перезагрузка, белый экран, черный экран и так далее. И более глубокий ремонт, но подразумевает тем, что мы потеряем данные, то есть полностью потеря данных к заводским настройкам нового устройства. Начнем с стандартного режима. Вот, у нас стандартный режим, наша прошивочка уже скачана. Вы когда нажмете «Начать ремонт», то есть вы сначала загрузите прошивочку. В данный момент у меня iOS 12.5.5 на iPhone 6. «Начать ремонт», все, наш процесс здесь пойдет. То есть у нас проверится прошивка, по сути. Все сертифицировано, здесь накатится на наше устройство новое iOS, исправятся все ошибки, и нам просто придется активировать устройство. Все. Процесс у нас простой, ничего сложного в принципе нет. Дождемся окончания загрузки, и можно в принципе приступать к активации устройства. Вот наша прошивочка уже приходит к финалу, распаковка заканчивается. С вами вот дождемся, осталось буквально 4%. И можем уже дальше переходить в процесс. Процесс, который будет установка уже конкретно iOS. Все, ремонт системы пошел. Ориентированное время 10 минут, но это будет все зависеть, конечно же, от вашего интернета. Обычно можно управиться около 3 минут при хорошем интернете, но бывает и 10, все зависит от того, насколько у вас система повреждена. Ваше устройство перезагрузится и войдет автоматически в режим восстановления. Поэтому процесс такой, что нужно дождаться завершения и активировать устройство. Ну вот и приносят нам поздравления, то что устройство прошло успешно, все верифицировано и можно работать. Ну вот и все, друзья, я думаю, было полезно, информативно, как всегда. Все полезные ссылки будут в закрепленном комментарии в описании под видео. Также не забывайте за промокод, по которому будет 30% скидка. Также вы это увидите в описании под видео в закрепленном комментарии. Дальше больше, скоро увидимся.